с эпиграфом из Василия Чепелева «Мальчики пахнут маминым тайдом». Водка покатит, но лучше всего снежок. Прямо на рынке из надорванного тетрапака. Как вариант, фисташковая на вафле, пока я осваиваю местный кривой Wi-Fi. Во сне, почти не ворочаясь, ты прожег. Я тоже застыл, чтобы ни капельки не пропало насквозь горячим дыханием грудь мою слева. Смелее теперь, залезай и доставай. Не бойся, оно не оттянет тебе рюкзака. Когда ты завтра снова выйдешь на трассу, и мент, примериваясь, кинут тебя на деньги, за шмаль не примет этот странный комок, и ты повезешь его, а дорога будет легка, пока засадкой на подъезде к Миассу, вытаскивая мулине для новой финки, ненароком не выронишь драйверу под сапог.